Сорта баклажанов. Продолжаю обзор. Я вам уже рассказывала о сортах своих любимых баклажанов. Но что делать, не удержалась и прикупила еще. Уж очень понравился их вид, да и продавец нахваливала. Не знаю, как поведут они себя в нашем регионе, но все они такие же ранние и надеюсь, что не разочаруют. Так как с ними еще не знакома, расскажу только о том, как характеризует их производитель. Смуглянка. Раннеспелый сорт. С продолжительным и обильным плодоношением. Плоды высоких вкусовых качеств. Почти черные, с тонкой кожицей и плотной мякотью без горечи. Ценится за устойчивость ко многим заболеваниям. Робин Гуд. Очень ранний низкорослый сорт. Плоды массой 200-300 грамм. Высоких вкусовых и кулинарных качеств. Плодоносит в любых условиях. Фиолетовый кафтан. Раннеспелый, низкорослый. Плоды с нежным, деликатным вкусом, массой до 300 грамм, с беловатой без горечи мякоть. Есть минус, не переносит продолжительной жары или длительного похолодания. Что ж, характеристики неплохие, так же как и отзывы о сортах. Урожай покажет, стоит ли оставлять их на своих грядках надолго. Если вы выращивали эти сорта, поделитесь своими впечатлениями. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.